благодаря болельщикам мы очень сильно были заряжены и играли в двойном объеме. То есть отдавались сильнее, чем обычно. Раньше мы играли без зрителей так, шатко-валко, но просто делали результат. А сегодня мы играли с душой, все старались играть в пас, играли одной командой. Получилось так, что мне Славка Литовченко выложил пас, я бросил, ну, получилось, что сильно, даже сам не увидел шайбу. Оказалось, что она просто попала от ближней штанги во внутреннюю, и мы этого не видели, и пошли дальше играть. Судья сделал просмотр, увидел гол. Игра получилась намного интереснее и для болельщиков, и для нас, как для тренеров. Еще дала нам пищу перед играми плей-офф для размышления, какие у нас есть слабые стороны, что нам нужно подтянуть и что усилить. Огромное желание, рвение, сразу даже появляются силы бежать, ну, потому что не хочется при зрителях играть плохо, так что мы стараемся выдавать на полную. Как видите, команда на первом месте, а мы выходим и обыгрываем ее. До последней минуты не ясно было, кто победит. В итоге победили хозяева, в итоге победили все зрители.